Огромно. Никто ничего не слышал. Здорово. Победа Анфисе присуждает. 40-30. Я принимаю. Не принимаю. Дима, по-моему, зацепил мяч вначале, да? Было дело? Или Кирилл? В общем, я слышал звук. Здорово. Ровно. Не бросают, а ты тут меня, значит, Кирилл, тот мяч выбрал. Брехуном выставляет. Второй мяч выбрал. Ровно. Шагов надо много. Сейчас играем. Ровно. Когда ты подходишь мячу, много шагов. Ну, да. Хорошо, ты это правильно сделал. Шагов надо больше. И аккуратно руками. Руку папа должен поднять. Или ракету. Команда не готова. Вот. Видишь, открыл. Рука сама открывает. Кто стоять надо и долбить стену. Когда я слышу, как ты можешь прийти, так как ты смотришь. Вот, а что, да правильно сколько перенес? Мало. Туда-обратно 4 еще. Блин. Да. Вот ты, ты прям сильно заранее. Ты, папа, сантует, я. Нет, это больше у вас. Кирилл ответил вашим этим, да. Вашим оружием. Да, мы понимаем, что до Киева до этого ехать. Я сейчас из Донецка летал. А сейчас... Ну что, у меня папа будет? Сейчас, а поиск, какой-то у меня самолет. Может, отдохнешь, Кирилл? А что ему отдыхать? Он выиграть должен. Ровно, ровно.